Всем доброе утро. Идем, короче, в садик. Сейчас уже почти 8 часов. И нас еще сопровождала такая собака, что, блин, если она встанет, допустим, на задние лапы, она... О, господи. Она будет, короче, как полторы молы. Сейчас вам покажу ее. Она стоит в буфешке. Это капец, если честно. Нам осталось перейти дорогу и все. Приехала я уже домой, закатила велик, сейчас села под баню. Вот, и сижу здесь. Воздухом свежим дышу, сейчас пойду домой пить кофе. Вот, сегодня, короче, спрашиваю воспитательницы, говорю, альбомы есть выпускные? Ну, как бы, думаю, по идее, должны быть. Вот, она говорит, да, есть. Я такая думаю, ну и ладно. А потом что-то мне в голове там переклинило. Так стало дико распирать, дико интересно, что там такое. Вот, как бы я стояла, уже присутствовала на фотосессии, поэтому я примерно предполагала уже, какие фотографии там вот мне так захотелось посмотреть. Я говорю, не, нифига, все, я свой альбом забираю, все, капец. Потому что мы на выпускном не будем, поэтому, ну, нам без разницы вообще, ну, сейчас забрать или там через этих 6 дней. Вот, короче, в итоге альбом просто клевый. Сейчас я вам покажу. Вот, значит, первая страничка у нас. Вот такая вот у нас красота. Написано «Детский сад 23, Гродно, 2020». Вот. Супер. Я уже когда увидела первую фотографию, все, думаю, будет вау. Вот, переворачиваем. Сзади фотография детского сада. Конечно, могли бы хотя бы в интернете постараться найти фотографию прям такую, ну, четкую, но просто аж видно, пиксели вот эти все. Но ничего страшного. Ладно. И тут такие зайки. Все сделано в таком прям классном стиле. Видно, для девочек 11 или для мальчиков 2. Так, дальше у нас. Что у нас идет дальше? Здесь такой вот разворот. Вот сейчас по одной вам покажу фотографии. Короче, вот такая вот у меня деловая колбаса. Вот. Дальше соседняя фотография вот такая, прям серьезная дама. Здесь он тоже сидит какая. Вот это мне нравится вообще прям слушать. Обалдеть, она такая милая. Красота, правда? Почему? Вот, короче, это второй разворот. Если бы не коронавирус, было бы очень много здесь разворотов, но... Вот такой вот получился обалденнейший просто альбом. Супер, я так довольна. Вот что у меня сегодня на завтрак. Да, это очень странно, но, как правило, я лучше поем что угодно, чем буду голодной. Потому что очень редко я ем прям так раз. Вот, короче, у меня 2 булочки, 2 кусочка сыра, таких довольно-таки не тоненьких. Огурец мне обязательно надо к сыру и кофе. Вот, кофе у меня 3 в 1, поэтому вот. Я рано вообще не могу есть, иначе мне потом просто плохо и все что угодно. Поэтому будем довольствоваться тем, что хочется. Сегодня какую-то часть своего дня проводила расследование у меня под видео, которое называется «Поборы в детском саду номер 23 города Гродно, Беларусь». Вот, получается, нам осталось походить в садик буквально 3 дня. Ну, понедельник, вторник, среда. Сегодняшний день уже считать не будем. Сегодня пятница, неделя заканчивается. Вот, у меня резко ни с того ни с сего, короче, на вот этом видосе появилась прям тьма тьмущая комментариев. Просто таких, что я обалдела. Все комментарии меня, конечно, не сказать, что возмутили. Я просто была в шоке от того, что они были написаны... Допустим, на каждом видосе было написано 2 часа назад, 2 часа назад, и так на всех. 4 комментария было для начала. Вот, если хотите посмотреть, что там был за сёр, простите за выражение, почитайте под вот этим вот видосиком, зайдите, посмотрите, обалдеете. Провела я своё расследование, сделала вывод. 23-й сад, это куда мы ходим. И есть такой крутой садик 86. Так вот эти вот, представьте, воспитательницы. Ну, там они не воспитатели, там физкультуру ведут, музыкальную эту штуку всю ведут руководители.
Вот начали мне писать этот бред, доказывая, что они тут, короче, ну, якобы мимо проходили. Так представьте, я нашла полностью. Вот первая, вот вторая Турач, этот самый, нет, это Дёрина. Так, где-то еще Турач была, с ней где-то, с этой вот. Так, сейчас, стоп. Вот Турач, Сурмач и вот это вот Дёрина, уважаемая Лариса. Вот, и они мне якобы давали втирать, что якобы они тут мимо проходили. Александра этого уважаемого я уже не стала там искать, думаю, ай, мне уже плевать, как бы трое из четверых, ну, уже все, вот, разоблачили. Ну и вот, короче, как вы видите, прилагаю вот это вот, поэтому если где-то у меня под видосами будут какие-то очень странные обзывательские хамские комментарии, знаете, кто-то сделал. Уважаемый 86-й садик. Поэтому все. Ну и вот, Шитик Александра, там просто было написано «Саша Шитик». Ну, я думала, там, может, парень или мужчина, не знаю, кто там. Ну, в итоге, смотрите, музыкальный руководитель. Вот вам, пожалуйста, педагоги. Вот, получается, персонал. Вот, Шитик, Дерина, Сурмач, Турач. Вот как раз все вот вместе, как они вот здесь вот и находятся. Вот кто пишет мне эти нехорошие комментарии. И будут говорить, вот, просто будут сидеть вот там где-то, доказывать, что они мимо проходили. Вот так вот. И представьте, вот такие вот воспитатели пишут в комментариях мне, что мне нужно пройти лечение. Я одной из написала, что ёлки-моталки, вы это с образованием каким-то медицинским или как? Просто такие диагнозы ставить человеку, которого не знаете, не видели, как-то очень странно. Это, наверное, гениально. Просто у нас музыкальные руководители, физкультурные вот эти руководители. То есть, если кто-то думал просто, что ну, возьмут меня ножкой, это значит, грязь как-то там затопчут, то ничего не получилось. Потому что, ну, блин, я чиста, у меня совесть чиста. Я знаю прекрасно, что говорю, и просто так вот врать я здесь кому-то не собираюсь и не собиралась. Вот, значит, по поводу выбора сада. Я тоже зашла, была на сайт, ля-ля, а сейчас, получается, так как вот будет сейчас площадка вот эта подготовительная, или как я там, короче, вот эта площадка летняя, да, в июне месяце, они, естественно, делают какие-то видосики, типа, завлекушки, якобы, опа-опа, идите в наш садик, там, ну, чтобы именно садик выбирали. Люди-то надо, а то я в больнице, когда тоже с малой лежала, я обалдела, просто думаю, ничего себе, так это прям взяли хоп резко и положили в больницу, потому что работать надо с кем-то, так и здесь. Вот, поэтому завлекают в садик, выкладывают какие-то видео, а тут, блин, вводишь, типа, детский сад 23, город Гродно, что мы видим? Поборы в детском саду города Гродно, блин, нормально, на первой самой странице. Прям, конечно, кому понравится, ёлки-моталки, а они-то брат за брата, типа, впрягаются, поэтому опал. Я от этой вообще системы обалдеваю просто. Ну, я не знаю, если дойдет до очень каких-то прям пипец оскорблений. Ну, ребята, в районо занесу вот это все правда. Удаляйте свою, это вот, свою писанину и ведите дальше лесом и проходите мимо, ёлки-моталки. Боже, высказывайте мне, в итоге... Я просто свое мнение теперь, которое у меня возникло, я, честно, лучше при себе придержу. Вот и все. В следующий раз я буду высказываться не сюда, а буду где-нибудь в другом месте высказывать. Счастье. Покачаться на качелях. Вот, кстати, после того, как я выставила все вот эти вот ссылки на детский сад и на этих воспитательниц, ну, все вот это, ну, пока что, наверное, прекратилось. Но если не найдет какая-нибудь очень умная, которая продолжит вот это вот, ну, честно сказать, мне все равно. Вот. Да, и прикольно. Это видео, короче, разнеслось так, что за сегодня только просмотры так стартанули. Да, пусть там, блин, куча комментариев, куча дизлайков, но зацепило же. Вот и все. Я вообще сама по себе не скандальный человек, поэтому уже когда мне будут на голову, там, знаете, гадить, тогда я могу начать это все тоже делать. Стараюсь, конечно, не опускаться до подобных людей, но за себя я постою, это точно. Пришли мы уже домой. Значит, что купили? Купили пряники.
себе семечки взяла с солью, йогурт, 3 в 1, 3 штучки. Вот, колбаска нам понравилась, взяла такую, как вчера. Чего еще? Так, малая, краски заказала. Правда, слушайте, краски такие, ну, знаете, как-то можно было, наверное, поярче хотя бы цвета какие-то сделать, но других не было, поэтому то, что нашли, то нашли. Но я надеюсь, когда их еще намочим, они не такие прям будут какие-то прям темные. Кисточка у нас есть, поэтому вот, я и там кисточку, она будет рисовать захотела. Вот, и малой взяли люкс-версию. Она постоянно домогается ко мне, чтобы я лупила ей семечки. В итоге опа говорит, давай возьми мне такие. Я смотрю, вау, на кассе есть, и мне не надо их лупить. Поэтому рубль, и все мучения окончены. Так, ну и там по-женски моя штучка. Так, в магазине, значит, я отдала 6 рублей 70 копеек. И на втором этаже что-то около 5 рублей. Вот. У меня там и мясо есть, я, наверное, сейчас и мясо разморожу, без понятия, там муж придет, получается, там поест колбаску, и макароны у нас еще там сегодняшние, утренние, которые я варила, вот, а уже на завтра, скорее всего, что-то либо из мяса сделаю, ну, я еще пока не придумала, поэтому пока будем думать. Посмотри. Альбом хочешь посмотреть? Да. Ну, посмотри свой альбом. Красавица ты там, да? Да. Да, красавица. Сегодня ходила во всем новом. Прям вот такая вот красотка. Да, всем альбом понравился. Вообще обалденный просто. Микки хочет выйти. Сейчас выпустим Микки по жизни. Ну, вообще погрызет. Ничего, она у нас не грызет. Там одна страница. Не, альбом мы повыше поставим. Сразу надо узнавать всех своих. А вот Наталья. Я решила сейчас попить кофе, вот, и пойду смонтирую вчерашний влог, и буду ложиться спать. Сейчас банщики продлили на 3 часа, поэтому хочу это время пойти поспать, вот, и потом пойду убирать баню, когда они там соберутся уже уходить. Сейчас поют вон караоке вовсю, обалдеть. Вот, дверями сейчас меня чуть не пришибли, привыкла на лестнице так сразу с лету залетать, в итоге только, опа, перед этот... Перед лицом дверь открылась, это жесть. Я говорю, здрасте, это здрасте на меня. Пошла сейчас им подбросила, короче, печку, все, ребята парятся. Вот, морально сегодня день был такой прям довольно-таки тяжелый. Вот, нас оскорбляли, нас обзывали. Вот, правда, человек, который там хаманул меня конкретно, он, конечно, пошел в черный список, это да. Вот, потому что когда затрагивают твои какие-то, знаете, неровности, когда человек пишет, сделай ремонт или там еще что-то, ну, такой вот бред там, короче, был, не буду я уже вам пересказывать, меня все устраивает, и почему я от вас просто не буду говорить плохих слов, должна это все переделать. Ну, короче, пойдите себе, сделайте дома ремонт, переделайте все. Ну, поэтому... Я прям не прошу, не выпрашиваю, что пишите мне хорошие комментарии, но вы хотя бы там, не знаю, как-то не буксуйте уже прям настолько. Ну, тут 100 с лишним видео, несчастники вы уже буксанули, некоторые там избранные прям. Что будет дальше? Трындец. Дальше, конечно, когда будет очень много комментариев, я их просто читать не буду, вот и все, потому что я их это физически не смогу делать. Поэтому все, ребята... Угомонитесь, пожалуйста, и на этой вот печальной ноте пойду я отдыхать. Все. Поэтому всем спасибо, что посмотрели это видео. Всем спокойной ночи и пока-пока.